Всем привет! Всем большой привет! Сегодняшний эфир посвящен тому, как играть сердцем на варгане, да, и преодолеть убежденности не музыканта или человека, который не имеет музыкального образования, или там негативные убеждения, что на ухо медведь наступил. Меня зовут Анвар, с нами в гостях Фаниль, уже не в гостях, уже в нашей команде. Фаниль представит этнические тюркские инструменты древности, которые будут сочетаться с игрой на варгане. Мы будем импровизировать. Да, попробуем разные варианты разных инструментов и разные тональности. Да, у нас будут беседы. Вот, как раз сейчас Фаниль с домброй, да? Я поиграю на варгане. Да, мы немножко поиграем. Да, и уже перейдем к сути. Вы пока заходите, пишите, кто с какого города. Всем очень рады. Классно. Это вот у нас был как раз варган-самолет из прошлых версий варганов, да? И домбра. Это ложковидная домбра, колак домбра называется, с татарским национальным орнаментом. Вот. Наши предки играли на таких инструментах и смотрели на поля, леса, гор у нас в Татарстане нет, но все, что видели, пытались рассказать в таких повествованиях радостных. Вот, подключался и варган, кубыс он называется, татар. Пели песни. Кстати, как вам горизонтальный вариант? Интересно узнать. Как слушается, как видится, как смотрится?
Да, что у нас по ВКонтакте? Слышен ли хорошо звук? Мы вот технические моменты их решили. Так, нет звука, ребят, пишут. Все, окей. Так, сейчас попробуем. Вывести есть звук, все хорошо. Да я ВКонтакте. А теперь есть ли звук? Так, у нас тут... А ты кнопку... Ее нужно убрать, наверное, или наоборот. Я вот убрал. Ладно, попробуем без этой штуки. Сейчас ВКонтакте звук как... Если что, мы еще в Инстаграме... Ой, в Телеграме... В Телеграме мы дополнительно выложим сохраненную версию. Поэтому те, кто ВКонтакте, к примеру, не удосужились послушать, то не расстраивайтесь. Рано или поздно мы решим ситуацию со звуком с самой площадки ВКонтакте, которая периодически дает какие-то сбои. Вот. Нельзя грамм, да, в этом плане гораздо лучше звук передает. Мы пробовали делать эфиры в Телеграме. В Телеграме плохо передаются звуки, да, и выбрали именно площадку Инстаграма. На Ютубе еще хорошо звук передается. Возможно, будем там больше делать трансляции. Вот. Сейчас у нас... Так, что у нас? Звук в плюсе. Да. Горизонтальный пойдет, только запись надо будет перевернуть. Окей, спасибо. Так, а ВКонтакте у нас что-то зависло, все. Да, вертикально, потому что может быть не видно. Попробуем. Поэтому мы решили попробовать сегодня такой формат. Еще раз зайти ВКонтакте. Да. Все, ВКонтакте подключилось. Давай еще какую-то импровизацию сделаем с Домброй. ВКонтакте еще раз всем большой привет тем, кто заходит. Все, звук мы настроили. Ну что, поехали? Начнем мы с такой темы, как играть сердцем на варгане. Да, такой вроде бы очевидный момент, то, что вроде берешь и так варган в руки и играешь от души, но нет, включается ум и может говорить, вот ты играешь не так, как там Ильдар играет, к примеру, да, или вот не как вот эти ребята, вот что-то вот не то. Да? И сразу вы начинаете думать умом, сравнивать себя и, соответственно, перестаете слышать свое сердце. А сердце, оно общается, в принципе, импульсами, чувствами, ощущениями, да, эмоциями. И там, наоборот, нужно отключить ум и, соответственно, начать просто делать. Да? И вот как... Почувствуете, что все, вот он, идет поток, вы просто играете и все, и не думаете. Можете в моменте экспериментировать, там, вдох, выдох, классный. Но в целом,
Если вы поймете вот этот принцип игры сердцем с варганом, его легче понять, чем с каким-либо другим инструментом, потому что он изначально простой, и на нем нельзя сфальшивить. Вот. Даже если как-то аритмично будете играть, все равно будет это интересно. Вот. А со временем все оно само придет, сердце оно имеет свой ритм ровный, да, и, соответственно, вы уже будете играть ровнее по ощущениям, и вам будет это еще больше нравиться. Да, чувство ритма, оно со временем приходит. Чем больше мы практикуем игры на варгане, тем больше чувство ритма развивается, начиная от простого ритма, да, когда идет просто один ритм, заканчивая тройными, вальсовыми, двойными ритмами и прочими. И там уже потом добавляется все больше и больше. Безграничные возможности вообще играет варган. Это как целый оркестр во рту. Ну да. То есть там и барабаны, и флейты, и еще какие-то инструменты можно изобразить. И все это можно еще и в совокупности управлять, дирижировать с помощью сердца и ума. Как бы главное заставлять свой ум работать на себя, и слушая сердце, мы уже будем извлекать эмоции через этот инструмент. Да, правильно говоришь, Фаниль, я с тобой полностью согласен. И тут есть еще такой момент игры сердцем. Это ваше намерение, да? Одно дело, что вы, когда пытаетесь играть для мира, и другой момент, когда вы играете для себя. Вот Фаниль вот этот момент хорошо изучил. Вот расскажи, пожалуйста, что значит играть для мира и для себя? Вот у тебя есть даже пример такой яркий. Ну, интересный вопрос, как раз его разбирают недавно на днях. Играть в себя или в мир, да? Когда мы играем как бы в мир, это больше происходит на сцене где-то, да? Когда мы привлекаем внимание большое количество зрителей, чтобы как бы передавать им свои чувства, и мы играем для них. То есть от себя. И есть второй вариант, когда мы играем для себя только. Да, это немножко, можно сказать, даже не эгоистично, как тебе объяснить. Вот когда мы играем полностью только для себя, погружаясь внутри себя, задаемся какими-то вопросами, да, если в плане музыки брать, да, ритмы, да, например, какие-то, когда мы фокусируемся внимание полностью на ритм, соответственно, мы не можем играть от себя, чтобы люди услышали. Мы в это время уже гармонизируем и настраиваем чувство ритма внутри. И мы играем внутри, в себя. Эта игра происходит в основном тише, чем когда мы играем на сцене, да, когда мы полностью выплескиваем эмоции, полностью отдаемся зрителю и в моменте его заставляем, как бы не заставляем, а зритель сам погружается в наши чувства. Мы полностью отдаемся зрителю. А когда больше играем в себя, тут уже происходят другие проработки. Проработки тут с умом, с какими-то мелодиями. По началу игры, когда мы учимся играть от себя, нам нужно пройти этап игры внутри, в себе. То есть настроиться, когда человек берет впервые варган, у него, возможно, нет чувства ритма, чувства мелодичности, чувства слуха, то есть он не слышит пока что себя. И со временем, и в эти первые мгновения игры, он в основном играет для себя, в себя, внутрь. То есть он прокачивает себя с помощью варгана, инструмента. И происходит такая некая гармонизация. В эти моменты от себя сложно играть, потому что мы фокусируемся на зрителе, на том человеке, кто нас слушает, и получается хаос. Мы можем перебиваться в ритмах, перебиваться в каких-то мелодиях, у нас может не получаться. Тут уже включается ум, а правильно я ли играю, а правильно ли я чувство ритма держу, а правильно ли мое положение в тело, в пространстве. И вот эти все факторы, они сбивают нас от
того, что мы хотим излучать истинные чувства, да, у нас может не получаться. Поэтому я как бы рекомендую сначала играть полностью для себя, не слушая никого, никаких критиков, плохо, неплохо, чувство ритма, не ритма. Со временем, с большей и большей практикой, у нас это все само отстраивается и гармонизируется. И потом уже, когда мы выходим на сцену, неважно, мы можем это делать дома перед друзьями, родными, близкими, либо на большой сцене, там 500 тысяч человек, неважно. Тут уже состояние игры от себя происходит. И в этот момент, чем больше мы прокачаны, чем больше мы гармонизированы и правильно держим ритм, правильно держим мелодику, и в совокупности это все приводит к красивой игре, и зритель завороженно в каждом мгновении считывает наши правильные эмоции и погружается в эту картину звуков. Получается, когда мы начинаем от себя для кого-то играть, не настроившись, когда мало практикуем, у нас может быть перебиваться, и человек, который нас слушает, может не понять наши чувства. Поэтому как бы лучше начинать с себя, как и обычно, во всех вопросах. Ну да. Да, ну тут еще такой момент, вот как подытожу. Когда играешь на себя, ты настраиваешь себя. Когда ты играешь для мира, ты настраиваешь мир. По сути-то. Ну, создаешь какое-то настроение. И просто это настроение может быть не... Как тебе сказать? Оно может быть не искренним, может быть и искренним. Нечитаемым для слушателя. То есть мы вроде хотим там доброту проявить, да, в музыке, да, ностальгию, вот, например, мне композиции нравится. То есть в этой композиции я полностью стараюсь в чувствах передать то настроение, в которое в композиции заложено. Но когда у нас не получается, как некоторые техники, у нас слушатель перебивается, он такой слушает, красиво звучит, да, вот есть что-то в этом ностальгическое, да, вот. И потом, когда мы начинаем думать, и взбивается ритм, или еще что-то происходит, это чувство теряется, и обрывается связь с зрителем. Ну да, вообще, когда играешь для зрителя, иногда начинаешь смотреть, как они реагируют на это, то есть еще дополнительный вот эти моменты. Если видишь то, что они прям, да, их там зажигают, а можешь где-то переборщить даже. То есть ты вроде смотришь то, что, о, им нравится, попробую я еще поддать жарку. И, соответственно, где-то начинаешь это перебарщивать, и уже, если начинаешь ощущать, что они вдруг все, им стало либо скучно, либо неинтересно на моменте, то уже расстраиваешься. То есть вот этот фокус внимания на окружающих, он вот такой, здесь элемент открытости очень важен, открытости и вот этого искреннего намерения что-то дать мы, изначально. Да, мы в любом случае даем зрителю свою внутреннюю подготовку. Да, свою уверенность, вот это состояние. Да. Вот. И когда мы много практикуем, здесь уже начинается проработка, и мы уже, выходя на сцену или перед людьми, уверенно играем, отточенно и уже без участия ума. И тут уже сразу внутреннее сердце, чувство, искренность, вот это все проявляется, чем лучше наши техники. Ну и когда вообще мы сердцем играем, мы играем душевно в первую очередь. Вот есть моменты, вот кто вот в музыкальные там школах, образовательных каких-то учреждениях, у них наступает момент, что они играют без души. То есть есть те, которые играют с душой, классно, но это вот проблемы, которые вот мне музыканты озвучивают именно с таким высшим образованием, что технически они могут исполнить все, что угодно, сыграть идеально, там, в ноту, ритм, в ритм, но они сами не ощущают души в этом. То есть они просто как машины, вот это
делают. Отточено, и... отрепетировано, точка, точно все. Да, четко. Да. И это вот тоже, это получается не игра сердцем, это игра холодного ума, который все вот прям выстроил и все. Ну, соответственно, если не играть от души, то зачем вообще играть? То есть... Да, соглашусь с тобой, и тут рождается второе, можно сказать, небольшой ответ, когда человек не умеет играть, но он играет с душой. Да. То есть человек, первый раз взявший орган в руки, обычно в этом моменте учитель или наставник или еще кто-то должен увидеть, что этот человек играет с душой, и просто направить как бы его. То есть некоторые люди берут в орган и настолько погружаются, что чувствуется даже в кривом ритме, непонятных звуках, но он играет с душой, да. Он прям погружен в это. В этот момент происходит игра внутри себя. Mm-hmm. И это прям чувствуется. И тот человек, который его слушает, он обычно с интересом, то есть как-то притягательно. То есть человек вроде техники нет, вроде, да, он как-то излучает какое-то такое душевное состояние, которое он хочет, старается передать. И в этот момент как раз-таки происходит гармонизация, настройка ритмов, музыки внутри. Но больше уже с помощью ума, чуть-чуть, если в процентном соотношении здесь, все-таки человек в этом состоянии больше думает, больше переживает, больше, может быть, боится что-то сделать, но все-таки он играет больше с чувством от сердца. Да, и вот здесь рождается то самое вдохновение, энтузиазм продолжать это все. И варган, он этим очень хорош, что он даже таких профессиональных музыкантов, которые вот прям отучились играть от души, грубо говоря, возвращают в это состояние игривости, детства, потому что вот своей простотой он может вот открыть и душу человека, он вот как определенные такие ключи, и поэтому и сам инструмент уже более 5000 лет на земле. Может быть, он еще древнее, мы можем и этого и не знать, но те факты, которые нам дают археологи, по крайней мере, указывают, что более 5000 лет. Вот, может, продолжим еще, у тебя какие сегодня еще инструменты? Сегодня еще инструменты. Фаниль, мультиинструменталист, он играет на тюркских инструментах народных. У Фанили нет музыкального образования. Фаниль, вообще, ты играешь, сколько сейчас, 2004 год, получается, ты играешь? Да, 2004 год. Мне очень нравятся разные этноинструменты разных народов. И последние 3-4 года я в основном играю на инструментах тюркоязычных народов. Здесь у меня вот, например, сейчас я покажу, это тростниковый курай. Да, я покажу поближе. Тростниковый курай. Он там такой. И он, привезли мне его с Республики Башкортостан. Сам тростник, а отверстие я делал уже сам. Сделал немножко неправильно. И у него немножко строй не тот, который хотелось бы. Но продемонстрировать просто звучание живого инструмента, думаю, получится. Опа! В общем, он не звучит. Этот инструмент я сделал неправильно, но в надежде, что он будет звучать, но он не звучит. В итоге у меня есть его сэр. В общем, у него есть аналог, я специально принес, если такие вот ситуации. Это у нас для красоты принес я, сюда как бы поставить. Красивый инструмент. Очень хрупкий. Очень хрупкий, да. Один сегодня сломали случайно. Да. Возможно, не звучал, но ладно. А этот уже сделан из пластика, покрашен под дерево. А сделан он
строй боли у него такой азиатский. Этот инструмент называется шор, но, и он похож с башкирским кураем, и у нас тоже такие кураи были. Делались они по-разному, и из дерева тоже делались, выдавливались, и делались еще и из тростника. В общем, такой вот инструмент. Но я буду подзвучивать тебе. Свистка, просто полая труба, и за счет правильной постановки к зубам воздух закручивается по спирали вниз, и соответственно меняется высота звука за счет отверстия открывания. Такой вот интересный инструмент. Да, на нем не так просто научиться играть. Я... Вроде простой инструмент, но... Просто труба. Да. Как-то нужно правильно засунуть в зуб и еще как-то научиться вот так спирали видно. Ну, там просто угол направления воздуха должен быть направлен под 45 градусов, и, в общем, сам по себе воздух закручивается. Ну вот да. Вроде просто и... Очень просто, 45 градусов. Да, получается, 50, не 60. Как он произошел, скорее всего, моя догадка, просто рос тростник, да, рос тростник, и усохший прошлогодний тростник сломался, и какой-то путник, может быть, пастух или еще просто проходящий мимо человек, когда ветер дует, 45 градусов? Ну, не обязательно 45 градусов. Есть, чтобы для извлекания звука такой нужен. Просто видели, наверное, в детстве, да, все делали из пробки или из ручки свистульку, когда мы дули просто вот так вот. Угу. Пробовали, наверное, да? То есть обычная ручка, и мы... Кто пробовал, напишите в комментариях. Такие свистки делали в детстве. И получается, скоро тростник рос, дул ветер, и издавался какой-то такой шуршащий, шипящий звук. Человек, соответственно, увидел, услышал, ему понравилось, и первый курай был вообще без отверстий. Потом уже эти отверстия начали делать по размеру руки, да, там отсчитывалось какое-то количество размер пальцев, и делал с первого отверстия, второе отверстие, и вот так вот настраивался весь инструмент. Так, по вопросам. Тут много кто зашел, да, тут даже хотели подсоединиться к эфиру. Ага. Так, ну давай еще поиграем, и у нас сегодня небольшой эфир. На чем будем играть? Так,
под варган фа диез. Вот этот? Да. Ну, а этот инструмент тоже этнический, и он индейский получается, да? Североамериканский индейцев или южных. Ну, раньше индейцы жили в России, потом они перебрались через Тихий океан. Ну, это сколько-то тысяч лет назад. И вот там оказались. Ну, сколько-то тысяч лет назад. И этот инструмент уже имеет свистковую часть. У него здесь внутри полости, камеры, свистковая часть. Здесь уже воздух направлен. То есть, и имеет вот 6 отверстий. Достаточно простой инструмент. А я вот подстрою. Называют флейтой любви. Называется он пимак. Давай еще более быстро еще сыграем. Вот они. Давай вместе ее сыграем. Да. Ага. Окей. Thank you.
в органы, в органные импровизации. Сегодня у нас небольшой эфир, и вторую тему, которую тоже хотелось бы затронуть, коротко о главном. Как преодолеть убежденность, что вы не музыкант, да, если вы, к примеру, давно хотели уже начать играть на музыкальных инструментах, неважно на каких, да, вам может помочь игра на варгане, потому что на нем нельзя сфальшивить, и любое звучание, оно вам автоматически будет нравиться. Вы начнете, играя на варгане, прорабатывать это убеждение, потому что вот я вот начал играть на музыкальных инструментах 9 лет назад, даже 10, вот, 10 лет я назад начал играть на гитаре, мне было очень тяжело, с тем, что были определенные убеждения в голове, что я не музыкант, что там со слухом что-то, да, и это мне очень сильно мешало, и это тормозило мое развитие в целом-то. И вот когда уже у меня получается 6-й год, я играю на варгане, 6 лет назад появился варган, я начал играть на варгане, тогда уже я играл свои песни на гитаре, я почувствовал, что я музыкант, что вот просто мне получается. И вот за 6 лет у меня удалось полностью поменять отношение к себе, да, и играть так, как я хочу. Да, были какие-то психологические моменты, то есть вот есть проработки с вопросами, да, условно, если вы, вот у меня был момент, что я в какой-то момент начал себя сравнивать с другими музыкантами, у которых есть музыкальное образование, да, они вот там разбирались в нотах, там вот в своих каких-то там понятиях, умели играть на разных инструментах и там на слух подбирать, настраивать, что-то делать, и соответственно, а я этого не умел, что-то не знал, и мне как-то становилось стыдно, что ли, перед ними играть. Но мне вот как-то один из таких музыкантов сказал, что очень важно играть душой, что вот это все образование, оно иногда стирает душу, и, соответственно, трудно начать играть. И после вот этой встречи мой брат скинул мне технику проработки, то есть я вот написал все свои страхи, убеждения в голове, почему я не музыкант, почему я сравниваю, и поменял их на положительные, почему я музыкант, почему у меня хорошо получается. То есть поменял из того, что не доставало внутри, на то, что у меня уже есть сейчас. И, соответственно, это запустило другие процессы, и я сейчас уже играю на большом количестве музыкальных инструментов, да, записываю песни, выступаю и радуюсь тому, что я этим занимаюсь. Круто. Да. Фаниль, вот ты вот как это преодолел себе и вот... Преодолевал я это все тоже на сценах, на выступлениях разных. Приходилось выступать с профессиональными музыкантами. И тоже было как-то не по себе, когда я играл на варгане, например. Варган вообще считали музыканты, ну, не инструментом. Ну просто, да. Просто трынкалкой. Знаешь, ты такой приходишь играть среди музыкантов, которые играют там на скрипке, играют на саксофоне, играют на сложных инструментах, на пианино и прочее. И ты такой сидишь, пьем. Одна нота, и вроде бы как бы было просто, и они иногда даже подсмеивались. Но я все-таки решил поменять это понятие в себе и решил показать всему миру, что это очень сложный инструмент, и на самом деле на нем можно играть как целый оркестр. То есть есть техники смешанные, когда мы на заднем плане играем базу, играем фон и добавляем соло на переднем фоне. Очень смешение красивых стилей получается. И это достаточно усложняет настолько инструмент, что его можно слушать сольно. Mm-hmm. То есть вообще не нужно ничего.
Можно также добавлять бит, ритмы, прямо в самом инструменте, да, если взять... Там и ритм, и бит, и добавляются еще какие-то солирующие инструменты, похожие на флейту, то есть в разных мелодических стилях. Это достаточно сложный инструмент оказался, когда уже набрался навыка, когда уже ездил по России, там, Республика Якутия, Республика Башкортостан, Тыва и прочее. Там как раз-таки я услышал мастеров, которые долгие-долгие годы играют, и пришло понимание, что этот инструмент достаточно серьезный и сложный, и безграничные возможности имеет. И очень круто влияет на тело, самое важное. Инструмент здесь сам по себе не звучит, как мы повторялись, и звучит все тело. И за счет отражения звука в теле мы формируем весь концерт. Класс, класс, фонение. Да. Вот, я что ж, предлагаю еще импровизацию. Ты вот показывал инструмент колкобыс. Давай его оставим на десерт, да. Я все-таки возьму бубен. Давай бубен, а колкобыс мы покажем в следующем прямом эфире тогда. В следующем прямом эфире? Да. Точно? Ну. Давай тогда я просто покажу этот инструмент, чтобы у людей осталось такая, знаешь, интересно, интерес к нашим эфирам. Это вот такой вот древний инструмент. Лучше, наверное, так, да, вот так покажу. Такой вот древний инструмент. Сделан он у нас, в Татарстане. Он имеет две струны из конского волоса. Здесь кожа, получается, козья шкура. И здесь резонатор. Этот инструмент использовался в древности шаманами, поэтами, певцами. Через него рассказывались эпосы, истории о роде. На нем играли на свадьбах, на каких-то больших мероприятиях. Очень привлекательный у него звук, очень глубокий, красивый. Но я думаю, я сейчас просто продемонстрирую пару звуков, чтобы люди слушали тебя. Еще хорошо исполнять горловое пение. Вот. Да, мы в совокупности это все и покажем. А сейчас мы, наверное, расскажем немножко о инструменте бубен. Или если бубен не имеет как бы сзади крепления вот этой вот кожи для рук, и открытый барабан, то он уже называется деф. Если брать деф, это больше рамочный барабан, да, он больше пришел уже с востока, а именно бубен с рукоятью, он, как я считаю, он больше появился уже у нас, у тюркоязычных народов. И получается, именно на этом инструменте можно играть и как на дефе, и как на бубне, потому что он имеет настройку. Сюда ставится внутри камера, и за счет натяжения изменяется тональность. Можно играть как на рамочном барабане, как на более арабских странах инструментах, так и как на бубне сейчас. То есть на нем... Thank you.
играть. Это такой самый простой ритм. Играется здесь и центр. Такой вот. Ну и если мы его приспускаем вот таким образом, сдувается он здесь внутри и уже имеет другую частоту, более низкую, и уже превращается в бубен. Сейчас еще раз приспущу. Главное не переборщить. Придется накачивать обратно. Там машина. Да, шина. От велосипеда. И уже имеет такой глубокий звук. Прямой эфир подходит к концу. Давайте зачитаю, были ли вопросы. Хочешь счастья, живи опасно. Интересно, ваше дело играть и не говорить. Так, а здесь просто заходим. Окей. Ну что, всем до скорых встреч. Всех благодарим. Особенно за смешные комментарии. Вот, в Телеграме мы выложим запись, так что до скорых встреч. Всем пока.